Заниматься спортом в Химках становится все проще. В сквере имени Марии Рубцовой появилась новая площадка с бесплатными тренажерами. 10 снарядов будут круглосуточно доступны всем желающим подкачать бицепсы. На торжественное открытие спортзала нового формата приехал глава Химок Дмитрий Волошин. Он лично контролировал весь процесс строительства, вплоть до материалов, из которых конструировали тренажеры. Это качественный металл, качественный пластик. И они могут служить нам верой и правдой и в сильную зиму, заснеженную с отрицательной температурой, и также в жару. С ними ничего не будет происходить. После торжественной части было решено осмотреть каждый тренажер. Все они были сделаны в России, ни одной детали не заказывали из-за рубежа. Дмитрий Волошин решил лично протестировать один из снарядов. О, все. Да? Ну, полноценный спортзал, да, отлично. Власти не собираются останавливаться на достигнутом. Рядом с тренажерами планируют обустроить баскетбольную площадку. Оформят ее в синем и желтом оттенках, официальных цветах Химкинского баскетбольного клуба.